15 сентября 2020 года в Музее Победы были подведены итоги Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна, моя история, моя победа», проводимого при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Сегодня заключительный день финала конкурса «Моя страна, моя Россия». И здесь, сегодня, в Музее Победы, собрались финалисты этого конкурса. Это в основном студенты, в основном историки, но не только. Люди из самых разных регионов нашей страны, которые создали различные проекты, направленные на популяризацию истории Великой Отечественной войны, истории победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Российское историческое общество выступило одним из партнеров форума. Помимо РИО, в числе партнеров проекта оно «Россия – страна возможностей», Российская академия образования, Российский государственный гуманитарный университет, Федеральное агентство по делам молодежи и Музей Победы. Не случайно, что в этом юбилейном году, когда мы все отмечали 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне, наибольший интерес, наибольшее внимание со стороны молодежи привлекла именно историческая тематика. Чем дальше время отодвигает нас от тех событий, от событий Второй мировой и Великой Отечественной войны, тем контрастнее ощущается потребность все в более глубоком и глубоком изучении истории этих и драматических, и трагических, и героических событий нашей Великой Отечественной истории. В этом году было подано рекордное количество заявок. Не случайно, что в юбилейный год, год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, наибольшее внимание молодежи привлекла именно историческая тематика. Еще несколько цифр. 1154 эксперта отсматривали конкурсные проекты. Каждый проект смотрело минимум 3 эксперта, а если были противоречия в оценках, то дополнительные экспертизы. Все это в нашей информационно-аналитической системе. Вся наша страна, вся многонациональная страна принимает участие в этом конкурсе. И представители всех регионов Российской Федерации, всех народов, национальностей нашей великой страны, они сегодня вовлечены в этот проект и... Более чем 60 тысяч человек. Это один из лучших в стране такого рода проектов по своей массовости. Это очень важно, это работает и способствует укреплению единства нашей страны, единства российской нации. Многие из инициатив, авторы которых были приглашены на исторический форум в Москву, уже реализуются в разных регионах нашей страны. Авторам наиболее интересных работ Сергей Нарышкин вручил грамоты Российского исторического общества. Для нас очень важен сегодняшний конкурс, итоги которого подводятся 75 лет победы. Нашей победы – это победа каждого из участников. Самое главное для нас, чтобы в систему образования пришли вот эти новые практики и новые возможности преподавания истории в нынешней школе и в высших учебных заведениях. Сегодня мы много ищем рецепты того, как заниматься воспитанием, сохранить историческую правду. И мне кажется, что вот через такое участие активное, когда сами и ребята выдвигают идеи, и они реализуются в жизни, мы обязательно найдем те правильные пути воспитания и патриотизма, и ребят, которые любят свою родину и берегут память о нашей великой победе. После награждения участники и гости форума возложили цветы к скульптуре «Скорбящая мать». В рамках мероприятий Сергей Нарышкин также посетил новую уникальную экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы. Экспозиция музея размещается на площади в 3000 квадратных метров. Экспозиция включает 14 тематических разделов. С помощью новых музейных технологий можно погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан. Мы посмотрели новую экспозицию «Музей Победы. Подвиг народа». Это совершенно потрясающая экспозиция. Мало где можно
увидеть что-то подобное в Москве, это, конечно, впервые. И она направлена на не только на разум людей, но и на их чувства. Это то, как сейчас, наверное, нужно разговаривать с молодежью о войне и победе. И очень важно, что эту экспозицию смогли посмотреть и финалисты конкурса.